Отже, лайв-студія знову з вами. Цієї години будемо говорити про інфекцію коксаки. Вона атакує. І є повідомлення, що принаймні одна в одній з школі Одеси цілий клас закрито на карантин через саме цю інфекцію. Отже, про неї будемо говорити із Світланою Кінарьовою, лікар-імунолог, педіатр. Звітала до нашої студії. Рада вас привітати. Добрий день. Відкриваються лінії для голосування і ставимо таке вам запитання. Чи знаєте ви, як захиститися від інфекції коксаки? Так або ні, будь ласка, голосуйте. 726-3326 – це телефон студії. Можете додзвонитися до нас, і у вас є чудова нагода поставити своє запитання лікарю просто зараз. Ну, моє перше питання, звісно, буде, наскільки нова дана інфекція коксаки, що про неї відомо, чому все ж пересічний громадянин не дуже так знає, що і про інфекцію коксаки, і може навіть трохи перелякатися, що це таке, наскільки вона загрозлива, і чому активізувалася в Одесі саме зараз. Инфекция это не новая, она уже существует и известна на протяжении энных количеств десятилетий. Ее обнаружили в Америке когда-то, и поэтому месту, где ее обнаружили, и дали ей название. Насколько она часто бывает в наших регионах? Достаточно часто. Но в эпидемиологический порог она не превышает. То есть в случае циркуляции вируса коксаки и фиксация заболеваемости присутствует ежегодно. Но критически это не превышает порог, который бы мог стимулировать на то, чтобы говорить о том, что это эпидемия, и каким-то образом включать режим карантина. Чаще всего такие эпидемиологические мероприятия все-таки происходят больше в теплых странах. В Греции фиксировались случаи, когда необходимо было закрывать на карантин школы и массовые учреждения. Турция, Египет. В наших регионах об этом эпидемиологическом состоянии не было еще таких. Mm-hmm. Але все ж знаємо про потепління клімату і відчуваємо на собі, так, коли в нас середина листопада, на вулиці плюс 15, можливо, вже і ми можемо бути більш і вразливими, так, саме за цією інфекцією і з тією ж Туреччиною, з тим же Єгиптом. Конечно. Очень большое значение в эпидемиологии любых инфекций играют, конечно, те условия, которые мы можем создать. И если описан классический вариант течения и развития цикла вирусных инфекций определенный, если поменялись природные условия, то мы можем видеть и изменения в циклах, и возникновение различных вирусных инфекций. Это вирус коксаки, это энтеровирус. Он для нашего региона больше, чаще всего характерен. Это лето, весна и уже более теплая осень. К наступлению холодов количество вируса уменьшается, циркуляция вируса уменьшается. Но благодаря создавшимся условиям, то, что вы говорили, это теплый климат, да, даже аномально теплый, то есть у нас продолжают люди купаться в море. Опять же, нельзя исключать и то, что все-таки широта возможности человека поехать за границу и в теплые страны, она за последнее время увеличилась и стала больше. Естественно, тобто, можливість є, а організм ще не встиг переналаштуватися, так? Конечно. Кроме того, вирус коксаки, он делится на три группы. А, Б, С. Да? Неудивительно, но делится на эти три группы. И внутри своих групп он очень хорошо и быстро видоизменяется. Достаточно быстро для того, чтобы к нему на сегодняшний момент пока не была выделена вакцина, которая бы могла блокировать вот эти массовые возникновения, массовые вспышки вируса. Поэтому защиты специфической на сегодняшний момент нету. Есть общепринятые понятия, которые нужно следовать им, и надеяться на то, что когда вы встретитесь с этим вирусом, ваша иммунная система либо уничтожит его, и вы никаких последствий не увидите, либо перенесете это в достаточно легкой форме. А хто знаходиться в групі ризику? Це все ж більше діти, якщо так, то до якого віку? Чи можуть бути вразливими і вже дорослі?
Группа риска для вирусных инфекций всегда практически одна и та же. Это дети, в первую очередь. Дети где-то до 10 лет. Это наиболее уязвимая группа. Чем меньше возраст ребенка, тем естественнее он может переносить ее более тяжело, так как температура, которая сопровождается при этом заболевании, общие симптомы интоксикации, они, в принципе, такие же, как и при любой вирусной инфекции. Характерным является то, что у ребенка или у человека, который заболел, появляются высыпания, подобные ветряной оспе, такие мелкопузырчатые, которые идут на ладошках, на стопах и могут быть во рту. Поэтому это заболевание еще называется иногда рука, нога, рот. Угу. Ну или рот, руки, ноги. Потому что это характерно. После перенесенной вирусной инфекции у детей начинает облазить кожа в тех местах, угу, где были высыпания. Она может сопровождаться зудом. Поэтому есть необходимость дифференцировать с теми заболеваниями, которые сопровождаются вирусом. Но чем, например, отличие от ветряной оспы, то, что меньше высыпаний, другая клиническая немножко картина, в основе которой лежит поражение все-таки кишечника. То есть, так как это энтеровирус, он очень гиперадаптированный к любым слизистым, которые у нас есть. И к слизистой полости рта, это глаза, половые органы, кишечник. И вот он себе выбирает все те точки приложения, которые он может охватить, и действует там. И в зависимости от этого появляются и жалобы. Но основным моментом это будет, конечно, диарея. Что не будет, например, при ветряной оспе, такого не будет. И осложнения, которые дает вирус Коксаки, они достаточно серьезные. Их можно сравнивать, например, с гриппоподобным синдромом. Да? То есть это миалгии, невралгии, это асептический менингит, это различные миокардиты, перикардиты. Очень много таких тяжелых и сложных процессов. Но чаще всего все равно это будет у тех людей, которые имеют определенный фактор риска. Возвращаясь к тому, кто в этот фактор риска входит, это дети, это старики, потому что у них идет естественное снижение иммунитета в силу возрастных изменений. Это беременные женщины, это люди, страдающие иммунодефицитами. Либо первичными, либо вторичными, то есть приобретенными. Первичное врожденное, вторичное приобретенное во время. Тобто це всі ті категорії людей, в яких або ще повністю не сформований імунітет, імунна система до кінця, або вона послаблена у зв'язку з там вагітністю, віком і так далі, правильно? Немножко не совсем точно не сформировано. То есть mm-hmm. ребенок, например, родился с определенным первичным иммунодефицитом. То есть в его иммунитете какие-то цепочки просто не заложились. Ну вот цепи. Mm-hmm. И все, их уже не появится. Поэтому он уязвим для всех болезней, которые будут отвечать за вот эту ланцюжок, да, который mm-hmm. за это отвечает. Если все нормально сформировано, то механизм борьбы, он заложен, и он будет реализовываться иммунитетом нормально. У стариков уже идет инволюция, то есть уменьшение действия иммунной системы, они будут уязвимы, и к Коксаки тоже. Беременное это состояние проходящее, да, то есть это снижение иммунитета идет только на период беременности и кормления грудью, то есть когда они родили уже пострадовый период. И люди, которые, например, болеют онкологическими заболеваниями, не принимают препараты, которые снижают иммунитет для того, чтобы организм справился с основным заболеванием, да, то есть с онкологическим. И побочные действия, они могут быть уязвимы для всех тех вирусных инфекций, которые могут нас атаковать. Каким образом защититься от вируса? Мойте руки. Потому что
Тобто це інфекція брудних рук, так? Да, це інфекція брудних, це інфекція грязних рук, це інфекція грязних овощей, плохо обработанных термически, це інфекція, яка передається, може передаватися як воздушно-капельним путем, то есть через чихание, через выделение слизистых, либо она может передаваться через контакты. Рукостискание, так? Да, рукопожатие, конечно. И абсолютной таблетки, панацеи, к сожалению, нет. Но соблюдение правил личной гигиены, ношение маски. То, что говорят, например, наши руководители, которые курируют сейчас, да, процесса обучения, что если родители видят, что ребенок испытывает явление недомогания, у него есть жалобы, они видят, что он вялый, слабый, сонливость или насморк есть. Тим паче є висипання, так, які характерні для інфекції. Естественно, висипання тоже настолько очевидно, да, что, надо быть глупцом, чтобы видеть, что у ребёнка есть висипання, и отправлять его в коллектив, потому что вы намеренно ведёте человека, который уже демонстрирует признаки того, что он является источником инфекции, и вы его отправляете дальше размножать эту инфекцию. Более того, если она вам неизвестна. Если появились такие симптомы, то, естественно, дорога должна быть изменена. Да? Не до школы, а до медичного закладу. До медичного. Она должна быть направлена именно в инфекционную больницу. Для того, чтобы провести дифференциальный диагноз на наличие кори, ветрянки, аллергических реакций, чтобы ребенок, например, у которого есть аллергические реакции, не пребывал с детьми, которые имеют инфекционное заболевание. А тут ви говорите, що саме у групі ризику діти до 10 років також знаходяться. Тобто це молодші класи школи. Тут завдання вже медичної сестри у кожній школі на місці, наприклад, побачити, так, якщо це висипання вже наочно, це видно, і не допустити дитину до навчання і до іншого, до спілкування, можливої передачі інфекції. І другий момент – наскільки допоможе є інформація, що будуть ізолювати дітей, у яких виявлені ці симптоми учнів від усього загалу, я так розумію, до медичних кабінетів, називають ізоляторами, допустимо, до кімнат певних у школі, де буде дитина до приходу лікаря або батьків за нею. Наскільки це зможе попередити і уберегти інших дітей? Понимаете, на самом деле весь вопрос в клиническом инкубационном периоде, да? А инкубационный период, он от 3 до 10 дней. Если ребенок приходит с определенными симптомами, небольшими, то есть есть же категория, например, людей, которые могут быть вирусоносителями, но болезнь уже не заболевать. То есть они источник инфекции, но они не болеют. Но они для другого человека, который по каким-то причинам, да? Больше ослабленный организм, да, то более это уязвимым, загроза. Он, может быть, он не будет иметь никакой клинической симптоматики. Угу. Его насморк, он не будет, нельзя его расценивать как тот или иной симптом конкретной болезни. Может быть, по разным причинам. Поэтому, насколько это эффективно, может показать только лишь время практическое, да, но мне кажется, что здесь нужно совместное все-таки мероприятие, связанное с родителями и с коллективом, который находится в школе. Да, медсестра, естественно, должна осматривать, насколько это будет, как это возможно реализовать. Потому что для этого нужно выделять время, да, то есть приходить, это до навчання, так, с самого ранку, перед заходом до школы, чи конечно, в процессе, треба розуміти. То есть в любом случае должен быть фильтр, в первую очередь, у родителей. Они должны оценивать состояние ребенка, когда они его отпускают. И до появления сыпи ребенок может быть болен, он может быть источником инфекции, но еще неизвестно какой.
То есть только тогда, когда у него уже появится высыпание, можно сказать, о, да, у тебя какой-то вид инфекции, иди домой. Но на самом деле уже как бы как источник, он уже просуществовал. Что должны делать школы? Это активные уборки, влажные, с дезсредствами. Вот это эффективность имеет. То есть, когда вы уменьшаете циркуляцию вируса в тех же, ну, контактно, пыль, да, поверхности, протирание влажными с дезраствором поверхностей ручки, ручки, которые в школах дети трогают. Естественно, речь не идет о том, чтобы использовать ну, чьи-либо бутылочки с водой. Это тоже имеет значение. То есть до того, как человек еще может быть подтвержден у него этот диагноз, у каждого должна быть индивидуальная бутылочка с водой. Вот. И, возможно, требуется, если в столовых есть питание, то это тоже нужно усилить методы санобработки для того, чтобы блокировать размножение и там. Якщо вже справа дійшла до лікування, так, то наскільки воно складне? Здесь аналогію можна проводити с гриппозной инфекцией. Ну, в каком смысле? При заболевании вирусом Коксаки все зависит от того, какая клиническая картина. В целом ее переносят легко, и это похоже, ну, то есть симптомы интоксикации, вялость, слабость, температура, может быть рвота, может быть понос. Вот когда вот эти симптомы начинают нарастать, и, допустим, неконтролируемая рвота, когда идет обезвоживание, человек не может восполнить, не может восполнить жидкость. Если, например, понос тоже, да, не может человек остановить его самостоятельно в их условиях, тем, что он пьет, принимает адсорбенты, то есть получается симптоматическое лечение, не помогает. Если, например, язвы, которые во рту образовались, они, человек может при них кушать, а может настолько быть сильная боль, что он не может. То есть все, что выходит за рамки того, что человек может контролировать самостоятельно и организовывать себе быт, или у ребенка, то это требует обращения в стационар. Если ребенок пьет, ест, температура сбивается и контролируется, то есть она не вызывает у него каких-то специфических, да, таких симптомов, например, сонливость или головная боль, которая может вызывать, например, галлюцинации или слуховые, или зрительные. Когда ребенок активный при температуре, то есть это не требует никаких, никакого воздействия. Пусть он борется через 3-4 дня, все пойдет на спад, и он начнет потихоньку восстанавливаться. Если же все-таки состояние будет ухудшаться и будут появляться признаки тревоги, то, естественно, нужно обращаться в стационар и конкретно смотреть, какую точку приложения выбрал вирус для... Потому что это может быть и конъюнктива глаз. Я вот перечисляла, да, и, и сердце, и кишечник, и мозговые оболочки. Вообще этот вирус, он любит нервную систему. И родители нервную систему тоже. Ну, на жаль. Да, к сожалению. Якщо все ж пройшло успішно, то коли дитину можна повернути до школи, до колективу шкільного? Если течение было легкое, да, мы предполагаем легкое течение, то с момента прекращения температуры 3-4 дня он обращается к участковому педиатру, он его оценивает состояние, не изменилось ли оно после болезни, не появилось ли каких-то жалоб у него, да, потому что бывает иногда болезнь уходит, а осложнения проявляются через какое-то время, то ребенок может идти смело общаться в коллективе. Он не является источником инфекции, и для него уже есть такой момент. Если вы болеете гриппом какой-либо группы, вы к нему формируете иммунитет. И вы уже второй раз им все-таки переболеть не сможете, но можете заболеть под видом. А вот с энтеровирусом он настолько хорошо и быстро видоизменяется, и настолько он любит пощекотать нам нервы, что вы можете им болеть за жизнь несколько раз.
И взрослые тоже. Просто, в принципе, взрослые будут переносить ее легче, если у них нету сопутствующих заболеваний, которые бы делали любое заболевание вирусное тяжелее. В целом, прогноз должен быть оптимистичным, потому что если вовремя разобщить и остановить распространение инфекции, то все-таки, мне кажется, что природа войдет, вступит в свои права, обещают похолодание, и климатически это тоже будет иметь влияние на размножение этого вірусу і розпространення його. Давайте дивитися підсумки голосування. Отже, чи знаєте ви, як захиститися від інфекції Коксакі? Показові результати. 11% так знають, і 89% тих, хто додзвонився, не знають, як захиститися від інфекції Коксакі. Ну, те, про що ми з вами починали говорити, так сама навіть назва – інфекція Коксакі. Але ми все розказали вам. За це дякую. І попрошу, так, наостанок все ще раз проговорити, яким чином себе можна оберегти, як попередити і як не сплутати з іншими видами інфекції, з ОРВІ, з грипом. Будь ласка. Для того, щоб не путати з іншими вірусними інфекціями, потрібно звертатися к врачу. Вони достатньо мають знань, да? Мої колеги мають знання, які допомагають в цьому розібратися. Якщо ці симптоми мішають і безпокоять людину, не може з ними справитися. Якщо, в принципі, він може справитися, він переносит ее как вирусную инфекцию. За несколько дней самостоятельно, да, вдома. Да. Используя симптоматические, если он это знает. Не знает, он обращается к специалистам. Для того, чтобы себя уберечь, нужно мыть руки достаточно активно. Использовать можно спрей на этот период, да, который содержит, особенно там, где вы находитесь в общественных местах. Правильно питаться, не переохлаждаться і вовремя обращатися до спеціаліста. Я дякую вам за важливу інформацію, важливу розмову. Світлана Кінарьова, лікар-імунолог, педіатр, була гостею цієї години лайв-студії. Отже, бережіть себе і своє здоров'я. За 10 хвилин на вас чекають світові новини.